Всем привет, друзья! Это у нас игра Grand Son от разработчика Матрица Девелопа и Доктор Хак. Я знаю только Доктора Хака. Это ютубер, на которого я подписан. Он создавал много модов, но теперь игрушку. Так, не-не-не. Людочку мне не надо. Людочку скачивать. Йоу, Карнабабай. Я забыл сейчас сказать, что это не Грэнни оригинал, а это... Игра Grand Son, где нужно играть за бабку. Кто это? Ёкарный бабай, что такое все светлое? Что это было? Кто это? Кто-то паук ходит. Бабка дверями теребит. А мне кого мне тут бить? Господи. Звук как реально у бабки. Это можно сбить, не? Капкан поставил. А можно в него ступить? Не? Ну, как в оригинале. Ладно, давайте на второй этаж пойдем. Не, по-моему, Доктор Хак вообще. А что, на второй этаж нельзя подниматься? Что за дуристика? Двери там кто-то открыл. Значит, тут кто-то... О, господи, это... Что он тут творит? Этот паук вообще-то... На четвертом этаже должен быть. А мы его, может, побить нужно? Да нет. А что с ним делать надо? Ладно, давайте зайдем. А это что? What the fuck? Куда я... А, это третий этаж? Не... Чё за... Это как? А, в общем, Доктор Хак не смог сделать так, чтобы подниматься бабки вот так просто на второй этаж и сделал телепортацию. Все понятно. Тут вообще какая-то хрень. Да, конечно. Прости, Доктор Хак, но это... Это полный бред, я не игра. Как отсюда теперь выйти? Алло, выходи, дура, бабка. Господи, все пороняло там. Еще тут застрял. Давайте капканы поставим кучу. Может, кто-то все-таки тут есть? О, господи. Не помню, через вообще не смогу пройти через эти рыбные капканы. И управление тут не супер. Не, ну может, на Windows'е нормальное управление, но на Android'е я бы не сказал, что нормальное управление. Ну... Нормальная, в принципе, игра, но... Не сказал бы, что прям такая вау-вау-вау. Ну, Лё, еще меня дверями убейте. О, туалет, люблю туалет. Бабкин, но не люблю бабкины двери. Все понятно. Все понятно, то что ничего не понятно. Бред какой-то. А можно сдвинь? Давайте отодвигай. Господи, что? Капканок своих застрял. О! О! Нормал. Нормально. Эх, что это? Это же была улица. Интересно, мясо тут повторилось как? Нет, тут вообще ничего не повторилось. О! А, сюда зайти можно? А как туда зайти? Да, дверь тут, конечно, не супер. И музыки нет. Доктор Хак, я бы тебе сказала, добавь музыку. Я понимаю, что я тут тоже не лучше бы создал игру, но все-таки с этой матрицей, кто тебе там второй разработчик, потренируйся. Лучше создай игру, потому что это как-то и не в востоке. Ля, там арбалет лежит. Неужели там меня можно еще выстрелить? Охренеть. А как мне открывать остальные комнаты? Еще опять эта гребаная дверь. О, фух, слава богу. Души мне. А шкафы можно открывать? Не, видимо, нельзя. Жаль. О! Зато как... Тихо... Что?
круто сейчас капканы туда на улицу побросают. Офигеть. Ну не надо такие приколы с дверями, задолбали уши. Так, где тут еще этот паук, который должен быть на четвертом, бегает именно тут. Это тоже больной. Да, и кроме звуков. Оу. Что-то у бабки как-то светло на улице. Да, уж реально светло. Не, реально у бабки светло как-то на улице. Ой, я уже привык, что тут двери должны быть туда. Роблок сыграл просто недавно. Так. И банку не роняется. Ладно, как-то скучно тут. Но люблю капканы ставить. Капкановая дорожка. Да, не пройдешь ты. И себе тут за бабку играл в Роблоксе. Мне позволялось вот так бесконечно ставить капканы. Я бы там такую закапканил, чтобы, не знаю, люди просто взорвались. Чё? Мясо валяется перед телевизором. Паук не дохнулся. Не, ну странно как-то. Чё паук на первом этаже бегает? Он вообще-то на четвертом должен быть. Так, капканы опять. Ну, в принципе, доктор Хакс с капканами хорошо повторил и со звуком вот этим. О, о, здорово. Вот тебя побить надо как-то. Ну да. Что? Ля, там нельзя было открывать шкаф. Круто. И залезу еще в шкаф. Паучара, ты куда попёрся? Ну ладно, давайте на этом закончим. Постой, я еще хочу удостовериться. Что? Да, это тоже не супер. Ну ладно, я думаю, доктор Хак это уберет с обновлениями. Всем пока, если понравилась игра, ставь лайк. Эту игру, может, реально, и она не в Гугле продается. То есть она бесплатная, она уже в Play Market. Можно ее купить. Да, Grandson называется. Просто напишите на английском Grandson. Ладно, всем пока, если понравился видосик, ставь лайк, подписывайся, это самое главное. Всем пока.